Добрый день, уважаемый зритель! На связи с вами Николай Лобанов. И сегодня я хочу познакомить вас с кабинетом Karanbars Automatic, чтобы вы поняли, для чего он нужен, как он работает и что вы можете получить, просто зарегистрировавшись. Скажу, что сейчас это бета-версия, которая еще не наполнена большим количеством учебных материалов. Альфа-версия будет отличаться тем, что здесь будет гораздо больший функционал, больше возможностей и больше обучающих материалов. Итак, мы сейчас находимся на страничке «Профиль». То есть, если вы кликните вот сюда, справа на кнопку «Профиль», откроется именно эта страница. И как только вы зарегистрируетесь, вам нужно будет обязательно заполнить вот эти вещи. Имя, фамилия, скайп, телефон, электронный адрес уже у вас будет. И обязательно нужно заполнить вот это. Партнерская ссылка в компании и партнерская ссылка в системе. К сожалению, многие, зарегистрировавшись в Karanbars Automatic, не делают вот этого самого главного шага. Что он вам дает? Ну, во-первых, вы пройдете полную регистрацию в Karanbars Automatic. Для этого нужна вот такая кнопочка, и она у вас есть с самого начала. Бордовая кнопка. Кликая по ней, вы переходите на страницу karanbars.com. И вам нужно будет просто зарегистрироваться здесь, кликнув по кнопке, по вот этой кнопке Registration. Я намеренно не перевожу на русский язык, чтобы было посложнее. Когда будет, например, в Google Chrome, здесь будет просто написано регистрация. О том, как пройти регистрацию, можете посмотреть в другом моем видеоролике на моем канале Karanbars Team. Что еще важно понять? Вот эта ссылка, ваша подписная страница, ведет вас на вашу личную страницу подписки, которая уже сделана для вашего удобства, и вы можете работать с ней буквально через минуту. Здесь есть необходимая информация для тех, кто хочет ознакомиться с проектом Karanbars и оставить свои данные. Здесь заполняет свое имя, здесь электронный адрес, кликает по кнопке «Получить» и уже является вашим партнером в первой линии. И вы можете уже видеть этого человека, потом я это покажу. Вам же для того, чтобы войти в личный кабинет, можно кликнуть вот сюда. То есть даже со своей страницы захвата вы можете перейти в личный кабинет, если вы не помните ссылку. Фактически вам нужно знать одну только ссылку, вот эту. karanbarsautomatic.com/login. И когда вы ее занесли в окно браузера, открывается вот эта форма. Вы вносите здесь свой электронный адрес. Здесь ваш пароль, который задали. Кликаете кнопку «Войти» и заходите в кабинет. Если вы забыли свой пароль, то можете кликнуть вот сюда, забыли пароль. На вашу почту придет письмо, внимательно прочитайте его, кликните по самой большой, длинной первой ссылке. Она приведет вас на примерно такую же форму, вам нужно будет заново задать ваш новый пароль. Конечно же, для этого вы должны помнить свой электронный адрес и иметь возможность в него войти. Уже сейчас вы можете использовать еще одну страницу подписки или страницу захвата. Она находится вот здесь. Кликнув по вот этой кнопке ссылки, вы открываете вот эти две ссылки. Одну мы с вами уже посмотрели, вторая находится вот здесь. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вообще, это классная, красивая страница, которая приглашает людей, которым вы дали эту страницу, на вебинар. Вот здесь осталось 18 часов до вебинара. То есть это уже завтра будет. И любой человек, перейдя на эту страничку, кликнув на вот эту кнопку, переходит в вебинарную комнату. Либо если это, например, как сейчас, слишком долго до вебинара, он может оставить свои данные вот здесь и принять участие в розыгрыше слитка чистого золота. То есть любой нормальный человек, прочтя то, что здесь есть, обязательно оставит свои данные. И он тем самым становится вашим партнером в Karanbars Automatic. Давайте заодно посмотрим, как выглядит ваша партнерская ссылка, которая отправляет человека на вебинар. Кликаем сюда. Открывается комната. И мы сейчас посмотрим, какая здесь ссылка. Вот смотрите, очень интересно. inwebcast24.com. Дальше идет номер комнаты и RFID. Мой ник 207 и в конце точка. Очень важно. В конце точка. Именно по такой ссылке человек зайдет на вебинар. И когда в ходе вебинара будет открыта кнопка «Пройти бесплатную регистрацию в Karanbars System», он кликает и регистрируется у меня в первой линии. Поэтому, чтобы ваш потенциальный партнер зарегистрировался у вас, здесь должна быть ваша личная ссылочка. Поэтому я очень рекомендую использовать вот эту ссылку,
который находится в вашем кабинете Karatbars Automatic, для приглашения новых партнеров, потенциальных партнеров на вебинары, которые проводятся 3 или даже 4 раза ежедневно, включая и выходные. В альфа-версии Karatbars Automatic в платном варианте здесь будет множество страниц, не только эти две. Возможно, здесь останется только одна, а остальные все будут только в платном варианте. В этом одно из важнейших преимуществ платной версии от бесплатной. Далее, кликнув по вот этой трубочке, вы можете посмотреть, кто является вашим наставником. Мне повезло, моим наставником является Ольга Лобанова, моя любимая жена. У вас здесь будет ваш рекомендатель. Здесь будет его скайп, телефон, электронный адрес. И значит, вы всегда можете связаться с тем человеком, который вас пригласил в Karatbars Automatic. Кроме того, вы можете посмотреть и остальных своих наставников. Для этого вот здесь в оранжевой кнопке «Команда». Вы кликаете на нее и кликаете на вот эту кнопочку «Ваши лидеры». И когда она открывается, вы увидите три человека оплайн вашей линии. Опять же, кликнув по любому из них, вы получите его данные. И чтобы вот здесь не было такого аватарчика безликого, обязательно внесите в свой профиль вашу фотографию. Для этого кликаете в профиле и здесь кликаете «Сменить фото». Нажимаете и вмещаете сюда фото со своего компьютера. Чтобы вспомнить свой логин, вы просто перемещаетесь в профиле вниз, и ваш логин находится здесь. Но здесь появился не сам по себе, вы его здесь оставили после того, как зарегистрировались в Karatbars аккаунте. Для этого вы кликнули по карандашику, вставили сюда свой аккаунт, нажали галочку и сделали то же самое здесь. Эти два логина должны соответствовать. Логин Karatbars и логин Karatbars Automatic должны быть одинаковыми. Давайте посмотрим, что находится за вот этой кнопкой «Узнать больше». Здесь открывается главное меню. Вы можете приобрести платную версию и ознакомиться с теми материалами, которые есть бесплатной. Здесь расписание конференций. И вы можете кликнуть здесь и посмотреть каждый день, в какое время и кто проводит презентации. Вы либо заходите на онлайн-встречу, либо здесь будет еще, наверное, запись. Мы возвращаемся в главное меню. Здесь есть отзывы партнеров. Здесь их очень много, и я рекомендую их посмотреть и почитать. Здесь есть на что посмотреть. О, даже уже разместили мое. Да, здесь мое видео, оказывается, я даже не видел этого. И здесь очень много отзывов. Чтобы убедиться, что это действительно серьезный, мощный продукт и проект, я рекомендую ознакомиться с этими отзывами. Дальше здесь информация о вашем наставнике, вашем спонсоре. Здесь информация о компании. Тоже можете все это почитать и посмотреть. Это будет весьма полезно. Здесь 10 фактов о золоте. Здесь маркетинг компании Karatbars. Описание бизнес-пакетов Karatbars. Пошаговое обучение. Здесь видеоинструкции, заполнение профиля, список 100. Звонок кандидату, приглашение, закрытие сделки. Материалы по копирайтингу. И материалы для рекламы. Презентации для скачивания, презентации в PDF-формате, баннеры. Вот даже в бесплатной версии есть баннеры. Уже работающие, готовые баннеры. Возможно, они исчезнут из бесплатной версии. А может быть, и останутся пока здесь. То есть у вас уже сегодня есть много материалов, которые вы можете использовать для построения своего бизнеса. Что очень и очень немаловажно. Даже бесплатно зарегистрировавшись. Поэтому я рекомендую обязательно каждого своего партнера, потенциального партнера проводить через Karatbars Automatic. Я, например, сначала даю человеку ссылку для регистрации в Karatbars Automatic, вот, например, этой странице, а потом провожу его через вот эту ссылку, чтобы он зарегистрировался в Karatbars. Таким образом, все мои партнеры являются участниками Karatbars Automatic. Вот здесь слева вы можете увидеть, что каждые 3, 5, 7, 10 минут регистрируется новый партнер. И это только через месяц после запуска Karatbars Automatic. Дальше будет еще больше. Это мощнейшая система, которая привлекает большое количество будущих партнеров Karatbars. Вот здесь находится кнопочка, вы можете по ней кликнуть, и это табло свернется. Так, возможно, проще работать с информацией, которая находится справа.
Кликая здесь, вы разворачиваете. И вы можете перейти на главную страницу, кликнув вот здесь. Нажмите, чтобы узнать больше. Вы попадаете туда, где мы с вами уже были. Некоторые партнеры путаются. Вот, пожалуйста, либо через главную, либо через ту кнопку, которую мы с вами видели, которая переводит нас в главное меню. Давайте посмотрим содержимое вот этих четырех кнопочек. Первое – это статистика. И здесь у нас есть статистика подписчиков. Вот здесь видно, что 75 партнеров в первой линии за месяц. Всего в структуре 596 человек. 6 уровней, 26 входов – это мои входы. Средняя конверсия странички – 8,5%. 38 дней в системе. Вот за 38 дней в системе 75 партнеров. А если мы посмотрим аналогичный аккаунт моей жены Ольги, то за 38 дней в системе 98 партнеров и 863 человека в структуре. 7 уровней, 48 входов и средняя конверсия около 11%. Очень даже неплохие показатели. Здесь вы можете проследить статистику и за 30 дней, и за 7 дней, и за каждый день. Например, если кликнем за сегодня, да, сегодня день еще начался, ни одного клика, но кликнем за 7 дней. Вот видно, что, например, за вчерашний день было 24 перехода и одно подключение. Конверсия 4%, немного. Здесь было 8 переходов и 2 подключения. Значит, конверсия 25%. Ну и так далее. По каждому дню или по неделе вы это все можете просмотреть. Здесь видно тоже по каждому дню количество кликов, количество регистраций и средняя конверсия за каждый день. Вы можете эти данные брать за 10 дней или больше, смотреть для себя, анализировать. И очень важный момент для анализа – это ваши каналы. Вы сами можете задать любой канал. Например, у меня есть каналы YouTube, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, страница захвата, лендинг-пейдж и блог. По каждому из этих каналов своя ссылка, которую задаем, задав всего лишь пару букв. Если вы вот сюда внесете несколько букв, ну для примера ВК, и кликните вот сюда «Добавить», у вас появится вот такая ссылка ВК. Cardbars-automatic.com/page, ваш логин, channel ВК. И давая эту ссылку именно ВКонтакте, вы будете знать, что такое-то количество переходов было через контакт, и такое-то количество людей пришли через контакт. Давайте посмотрим, как это можно отследить. Например, здесь информация по всем каналам. Скажем, возьмем за 30 дней. И посмотрим какой-то определенный канал. Например, YouTube. У меня на YouTube есть видеоролики. И вот конверсия по YouTube. Например, за эту неделю 54 перехода и 5 человек зарегистрировались. За эту неделю 63 перехода и 7 человек зарегистрировались. За эту 130 переходов и 7 человек зарегистрировались. Хотите узнать по другому каналу? Убираете этот канал и вставляете другой. Ну, например, кликнули сюда и берем вот такой LP. Страница захвата. Чисто страница захвата. Вот видно. 36 переходов. 7 регистраций, 44 перехода, 7 регистраций, соответствующая конверсия. Это очень удобно для того, чтобы отследить, откуда вы получаете своих потенциальных партнеров в CardBars. И в соответствии с этим планировать стратегию на следующую неделю, следующий день, следующий месяц. Следующая кнопка – кнопка «Команда». Кликнув сюда, мы можем опять же просмотреть своих лидеров, это я уже показывал, и просмотреть данные тех людей, которые уже стали вашими партнерами в CardBars Automatic. Здесь вы можете выбрать по 10 человек или 25, 50. Например, вот возьмем 25 человек, и мы видим список этих людей. Причем здесь вы можете менять содержимое этой таблицы. Кликнув вот здесь «Редактировать», вы выбираете, например, уровень, имя, скайп, телефон, почта, дата регистрации, канал, бизнес, статус. И выбрав то, что вам нужно, кликайте «Применить». Мне, например, важны именно эти данные. Имя, скайп, телефон, почта, дата регистрации и канал, по которому пришел человек. Я могу просмотреть каждый день, например, за сегодня пришел человек из YouTube, за вчера без канала, здесь из YouTube и так далее. Надо сказать, что здесь мы сегодня не очень приглашаем на мою страничку. Сейчас мы работаем больше на страничку Ольги. Вот видно, что за 17 число здесь вот много человек, больше 10, наверное. Кто-то пришел без канала, кто-то пришел, прочтя письмо, которое я выслал.
и так далее. Здесь своя информация. Вы можете работать с этим списком, взяв скайп этих людей, телефоны для того, чтобы их обзвонить, и электронные адреса для того, чтобы выслать послание. Здесь вы можете скачать, экспортировать эти данные, они всегда у вас. Полные данные у вас находятся только о первой линии. Все остальные только обзорно, без электронных адресов и других данных. Например, если я уберу вот эту кнопочку «Лично приглашенные», здесь будет гораздо больше людей, но их данных здесь не будет. Только дата. Вот видно, сколько за сегодняшний день пришло, за 17 число, сколько влилось человек в команду. И видно их имя. Все, больше ничего. И здесь лично приглашенный, есть телефон, есть скайп, есть ссылка на бизнес. Я оставляю лично приглашенные. Можете выбрать за все время, за какой-то период, можете выбрать канал, по которому люди пришли. Очень удобная статистика и работа с данными. Если вы кликните по какому-то человеку, например, вот здесь, открываются его данные, вы можете просмотреть их отдельно. Кто рекомендовал и так далее. Спонсорская линия, статистика по каждому из партнеров Karatbars Automatic. Посмотрим следующую кнопку, это топ. Здесь видно общие данные по работе системы. Видно, что на сегодняшний день в ней 4000 человек, 11 уровней и большое количество переходов. Здесь данные, если вам интересно, за 6 месяцев. Сервис работает буквально месяца полтора, наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6 недель. Поэтому, естественно, 3 месяцев даже еще нет. Здесь статистика того, как развивается сервис. Как видите, количество людей растет. И здесь топ. То есть те люди, которые максимальное количество людей пригласили за текущую неделю. И вот эти люди, у которых больше 10 человек в числе приглашенных, принимают участие в розыгрыше золотых слитков Karatbars. Здесь, кстати, есть и Ольга, 38 человек. Еще есть несколько наших партнеров. То есть люди работают. А вот человек 92 человека пригласил. Да, наверное, это человек, имеющий большую подписную базу. Вот Марина Александрова, тоже наш партнер, почти 80 человек за неделю. Конечно, это круто. И вы сами понимаете, что дальше на них начинает работать статистика. Чем больше человек приглашено, тем большее количество потенциальных партнеров присутствует в этом кабинете. И каждый из людей, которые являются подписчиками Karatbars Automatic, примерно раз в 2 дня получает письма от Karatbars Automatic. Давайте посмотрим, какие письма получают подписчики. Вот, например, «Золото любит сильных». И дальше идет очень грамотное письмо, составленное по всем законам копирайтинга. Здесь рассказано о золоте. И здесь говорится о том, в какое время будут презентации, и дана ссылочка для того, чтобы человек смог войти. Очень классное, мотивирующее и обучающее письмо, подталкивающее любого человека к действиям. Как минимум прийти на вебинар, поучаствовать в обучении, а тем более в розыгрыше слитков. Ну вот мы кратенько с вами ознакомились со всем, что содержится сегодня в кабинете Karatbars Automatic. Опять же хочу напомнить, это пока что бета-версия. В альфа-версии, которая стоит $22 в месяц, будет очень много обучающих материалов по тому, как работать ВКонтакте, как работать в YouTube, как правильно составлять письма и общаться с людьми в социальных сетях. Материалы, касающиеся личностного роста и других важнейших сфер онлайн-бизнеса. Любой человек благодаря этому обучению сможет создать мощнейший поток, мощнейший трафик на свои страницы захвата. А именно это и нужно сделать. Потому что вот эти страницы захвата являются главным инструментом, который позволит вам развивать бизнес Karatbars. Вам фактически нужно просто создать трафик на ваши страницы. И тогда у вас не будет отбоя от клиентов, партнеров в Karatbars. А люди, зайдя на презентацию, практически 8 из 10 становятся партнерами. И если они зашли по вашей ссылке, то они становятся вашими партнерами. Ну что ж, на этом все. С вами был Николай Лобанов. Обязательно используйте все возможности, которые предоставляет Karatbars Automatic. И если вам понравилось это видео, обязательно поставьте свой лайк, кликните по кнопке «Нравится», чтобы она изменила цвет под этим видео. И подписывайтесь на канал Karatbars Team. Всего хорошего, до свидания и до новых встреч.